Знаете, что я вам скажу? Бога нету. Откуда тогда у любящего себе Бога столько много беспризорных детей, много боли и много войн? А знаете, что я вам отвечу? А мне кажется, парикмахеров не существует. Как так? Так вот он я. Нет, их не существует. Иначе не было бы столько небритых людей. Вон, видишь, по улице идет лохматый мужик. Ну, милый человек, дело не во мне, они сами ко мне не приходят. В том-то и дело. Я о том же. Бог есть, просто люди его не ищут, к нему сами не приходят.